Здрасте. Ага. Thank you.
шестую часть открытия нашего. Да нет, можешь убрать. Сегодня мы открываем очередную интересную выставку из нашей мастерской «Мансарда» при музейно-выставочном центре, которая называется «Ну и типы» или «Истинные пришествия, произошедшие 120 лет назад». Я рада вам представить, конечно, инициатора. Но все давно уже знают, что мы устраиваем раз в год, либо два по итогам наших рисовальных собраний в мастерской выставки. Как правило, они отчетные. Но в этот год, да, нам повезло. У нас такой вот проект образовался благодаря Владимиру Владимировичу. Он опозировал, вот, собственно, в мундире. И у него через два дня тут же родился проект сделать портретную выставку типов городских начала века провинциального города. И вот во что все это вылилось. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот я хочу вас спросить. Вам интересно было с нами работать? И что дают вообще, Владимир Владимирович, у нас реконструктор, учитель истории в первой школе, и что вот вам, реконструкторам, дает работа с художниками, с нами? Я себя чувствую здесь как-то не очень. На этом месте должны, конечно, стоять наши замечательные серпуховские художники. Я надеюсь, они сюда встанут в итоге. Конечно. Познакомился с ними я лично именно на этом проекте. Меня пригласила просто на одной из наших выставок здесь в МВЦ Настя. Я пришел просто попозировать. Она сказала, можешь прийти, в чем тебе хочется, а мне хотелось быть судейским чиновником. И им я и стал. А затем, да, действительно, родилась эта идея. Это в рамках той же самой нашей выставочной деятельности, только приурочена она скорее к дню города уже, да. Мы постараемся сделать эту выставку, известной в городе. И в течение 24-го года, надеюсь, она повисит еще в разных местах, уже здесь. Я тоже. Так думаю, что этому надо дать продолжение. Да, с этим творческим коллективом мне было безумно приятно, во-первых, и интересно, во-вторых, работать. Оказалось, что вполне себе они работают достаточно быстро, что в течение одного дня картина может быть в целом. Не закончена, скажем так, основа ее, да, сделана. Да, схвачена. Да, схвачена. Не понадобилось несколько там дней ходить и так далее. И поэтому вот эта идея, что можно за там, какой-то период, за полгода, сделать целую серию таких портретов, она, собственно, воплотилась. Благодаря, еще раз, это нашим замечательным художникам, с которыми я лично познакомился, работал в мастерской, работал натурщиком, можно сказать. Работал информационным этим сообщателем разных исторических деталей и слушал их разговоры на разные культурные темы для, да, собственно, развития. Спасибо. И благодарность мы хотели вам отдать за активную... Можно я потом задержу? У нас здесь присутствует натура, все ученики, которые нам позировали, ученики первой школы и взрослые реконструкторы, Наталья Семакина, вот, прекрасно в своем образе провинциальном. И я хотела бы кого-нибудь из вас, ребят, Вик, выйди, расскажи, что тебе понравилось у нас, спасибо, скажи, пожалуйста. У вас очень приятный коллектив, и мне было очень приятно вам познакомиться. Я увидела, как рисуют профессиональные художники, тоже этим вдохновилась и начала рисовать. Не обошлось, правда, без курьезов тоже. Не все у нас высиживают, кому-то иногда становится
бурная от красок, но, тем не менее, очень стойко дети особенно тоже переносят. А порой вообще нас обогащают. Иногда мы сидим и слушаем лекции по истории. Вот сидит вот такой вот, ну-ка, Максим, иди сюда. Вот такой вот замечательный ученик 5-го Г-класса, Белозеров Максим, и рассказывает нам Г. Рассказывает нам о своих увлечениях историей. Какую войну нам рассказывает? Вообще, про разные. Про разные войны. Мы начинали с Наполеона. Вот так вот. Так что не только мы их обогащаем, но они нас очень сильно обогащают. На портрете он играл роль нерадивого ученика, а в реальности исполнял роль Радивого, самого-самого. Вообще, много тех, кто позировал, присутствует сегодня в зале. Возможно, вы узнаете человека на портрете и стоящего здесь рядом с вами. Мы пришли именно ради этого. Ну что, надо представить еще и художников. Так, сначала я бы хотела представить Наталью Давыдову. Потому что прекрасно. У нее вот боль, где она? Наталья, идите к нам сюда. Наталья Мальна, она художник у нас очень строгий, на дужке не дадут соврать. Да? Когда ножка ставилась куда-нибудь не туда, или ручка клалась, Наталья говорила, переложи руку. Но благодаря этому у Натальи получилась серия просто чудесных работ, замечательных, таких достоверных. Великолепная работа, да. Николай Евгеньевич Бурдыкин у нас что-то не пришел сегодня. Максим Аксенов, походи к нам. Так, Татьяна Зиновьева, наш там в красном. Я посмотрю потом.
Что хочу сказать, я сам в прошлом занимался исторической реконструкцией, немного другой эпохой, но все равно до сих пор предметы быта, одежда и все, что помогает погрузиться в ту или иную эпоху, вызывают у меня живой интерес. Творческая мастерская «Мансарда», мои друзья, они очень прекрасные ребята, и вот приходить к ним – это одно удовольствие. Они как одна большая семья сидят, рисуют, делятся впечатлениями от модели. И вот однажды я решил, а почему бы и нет, Владимир испытывает страсть к 19 веку, к рубежу 19 и 20 веков. Я решил сделать такой небольшой подарок. Взял деревянную камеру широкоформатную, пришел и запечатлел одну из моделей. Поэтому фотографии передаю, да, сделанную на деревянную камеру. Передаю руководителю клуба и вторую передаю моделям, которой сегодня, к сожалению, нет, но большое вам спасибо за то, что вы делаете. Да, там как раз. Здесь уникально, конечно, с Владимиром Ильичем назовем. Да. Спасибо. Все.